В Люберцах подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года 2023». По результатам творческих заданий в номинации «Воспитатель года» первое место завоевала Мария Агапова. Воспитатель дошкольного отделения Люберецкой школы номер 27. О детской мечте, которая воплотилась в жизнь, смотрите в сюжете моих коллег. Так, ребята, у нас с вами утро. Для этого нам нужно что? Работать с детьми Мария Агапова грезила всегда. И примером для нее были мама и тетя, которые посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения. Я помню, как еще после школы я приходила к маме в детский сад, делала уроки, чуть-чуть поделаю уроки и все равно возвращаюсь к детьми на игру. Я всегда была окружена детьми, даже в среднем, старшем возрасте мне это было интересно. Меня все равно к ним тянуло. И мечта Марии Агаповой 3 года назад притворилась в жизнь. Как добрый волшебник, она приоткрывает детям дверь в мир интересного и познавательного, учит их простым, но очень важным вещам: общаться друг с другом, правильно вести себя за столом и на прогулке, играть, рисовать и читать. Моя Анатольевна научила нас дружить. Нас воспитатели хорошие, и мы ее любим. Нам очень интересно с ней. Воспитатель должен суметь подобрать ключик к каждому ребенку, найти с ним общий язык, окружить заботой, нежностью и вниманием. Наша задача – привлечь детей, чтобы детям было интересно, чтобы каждое занятие было наполнено такой энергией, таким интересом, чтобы ребенок, выходя из-за стола или, например, уходя с коврика, да, после игры говорил: «А я хочу еще, а когда будет следующее занятие?» В Люберцах на конкурсе «Педагог года» в этом году Мария Агапова стала победителем. Впереди ее ждут новые творческие испытания, которые предстоит пройти на региональном этапе весной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.